Здравствуйте, друзья! Вот хочу вас обрадовать новой фишкой студии Marginal Art. Мы начинаем выпускать авторские принты на майках, на кружках. На кружках, вероятно, это еще в проекте, но на майках точно будем выпускать вот такие вот маечки. Маечки вот такие. Вот такие вот чудесные кружечки «Хамелеон». Видите, была черная, побелела. С Антоном Черняком из группы «Кровосток». То есть посвящена у нас часть линейки творчеству группы «Кровосток». Вот непосредственно вот майка вот эта. Мой авторский принт. Потом, значит, что еще будет? Для жителей Гальянова отдельная тема. Вот. Мой принт называется «Я живу в Гальяново». Значит, тот же принт с Антоном Черняком из группы «Кровосток». Также по группе «Ленинград», значит, по ее песне «Путевка в небо» выдается очень быстро. В чем я сам на жизненном пути не раз убеждался, друзья, что «Путевка в небо» действительно очень быстро выдается. Берегите себя, друзья. А также по криминальному фильму 97-го, по-моему, года, мой любимый фильм с молодым Микки Рурком, фильм «Пуля». Отличнейший фильм, всем рекомендую посмотреть. Там был художник, которого играл знаменитый актер Эдриан Броуди. Он нарисовал вот картину на торце здания, а это часть той картины, в общем-то, это мой принт, как бы я его уже исполнил в татуировке и хочу исполнить его еще на майках, соответственно. Значит, друзья, всем, кому интересны майки или кружки с этими принтами, пишите в ЛС. Значит, стоимость майк 1500 рублей. Пишите, договоримся, все сделаем. Все, на этом прощаюсь. Всем чистого неба над головой, друзья. Берегите себя и всем черных татуировочек. Послесловие, братва, чуть не забыл, непосредственно для любителей докопаться до всякой лабуды. Значит, мы не пропагандируем наркотики и все, что с ними связано, и веселые вот эти вот некие элементы растительного мира на моей панамке, это японский клен. Ставлю всех в курс заранее. Это японский клен и ничто иное. До свидания.